На нескольких стендах размещены сотни больших и маленьких, популярных и редких значков. Они выпущены в разное время и посвящены знаменательным датам и событиям Видновского края. Историю нашу, нашего города, нашего района можно изучать вот именно по вот таким маленьким значочкам. Вот представьте, да, ты берешь вот такой вот значок и начинаешь раскапывать, копать глубже. Мне кажется, это здорово. Собраны экспонаты усилиями двух коллекционеров, страстно влюбленных в свою малую родину. Евгений Лаврентьев уже 10 лет с азартом ведет охоту за интересными экземплярами. На выставке представлены более 350 его значков. О каждом из них Евгений может долго и с увлечением рассказывать, особенно о настоящих жемчужинах коллекции. Вот этот знак, пробный знак, который не был утвержден в тираж. Знак изображает главный дом усадьбы Горки. Возможно, тираж был несколько штук, но вот сохранившийся, именно дошедший до наших дней, достоверно известен только один. Поэтому можно, в принципе, утверждать, что эта вещь уникальна. Тщательный отбор и поиск редких вещей ведет и другой герой выставки – коллекционер Алексей Чащев. Его собрание немало интересных предметов, выпущенных в период от 50-х годов до наших дней. Впрочем, только значками его коллекция не ограничивается. Почетные грамоты, есть вымпелы, есть книги, есть, как говорится, учетные карточки ДК МКГЗ. Продлится знаковая история до 30 сентября. Приходите, двери Центральной библиотеки открыты для всех желающих. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.